Любимые макароны с колбасой и сыром. Разрезаем луковицу наполовину, убираем шелуху и нарезаем лук полукольцами. Далее очищаем копченую колбасу от пленки и нарезаем небольшими дольками. После чего берем помидор и снимаем с него кожуру, предварительно подержав его в кипятке примерно 40 секунд, а потом остудив. Так кожуру будет проще снять с помидора. После нарезаем помидор кубиками. Наливаем на разогретую сковородку масло, добавляем туда нашу колбасу и лук. И немного обжариваем, пока колбаса не зарумянится. Добавляем 0,5 стакана молока и 2 стакана куриного бульона. Куриный бульон я приготовил с помощью куриных кубиков Галина Бланка. На 1 стакан 1 кубик. Добавляем наши макароны, перемешиваем и солим. Накрываем крышкой и тушим примерно 12-15 минут. Снимаем с огня наше блюдо, посыпаем тертым сыром, накрываем крышкой и ждем еще 2 минуты, пока наш сыр не расплавится. Все, теперь наши вкуснейшие макароны готовы.